и замечательное шоу. Ребята по-настоящему увидели, все серьезно, настоящие мужчины, настоящие герои. Приятно Красногорскому парку. Ребят, спасибо, отличный мероприятие. И от нас, Михаил Васильевич, вы знаете, я хочу так сказать своими словами, вы знаете, с вашим приходом Красногорск вздохнул по-новому, все видят результаты вашей работы, которые еще уже года нет, поэтому вот наше благодарственное письмо от нашего клуба, это вам за развитие нашего движения. Я сейчас тебе говорю. Все отлично, музыку диджей, уходим.